Более 200 казахстанских женщин проживают в домах матерей. За 10 лет этот благотворительный проект поддержал в непростой момент 6 тысяч человек. В основном это молодые мамы. Кого-то бросил возлюбленные, кого-то не поддержали родные. Все они, как правило, остались когда-то без денег и жилья. Такие дома функционируют по всему Казахстану. Такой тяжелой ситуации, когда некому тебя поддержать, быстро решения такие тяжелые нельзя принимать. Нужно хорошо все взвесить. И к нашему большому счастью, 6200 детей, которые прошли через наш фонд, и сейчас они в семье с мамами. Останется с мамой и эта малышка. 28-летняя астанчанка осталась совсем одна с ребенком на руках. Когда она забеременела, родители парня были против этого шага. Не дали крова над головой и собственные мама и папа. Я не знала, куда идти. Здесь меня встретили очень радушно. Проживаю тут уже около полугода.